Председатель участковой избирательной комиссии в комплексном досуговом центре «Навигатор» сообщает дежурному сотруднику полиции о неожиданной находке. Такова легенда учений, во время которых члены избиркома, полицейские, кинологи отработали алгоритм действий при возникновении чрезвычайной ситуации на избирательном участке. Члены УИКа действовали по инструкции, разработанной на случай угрозы жизни, здоровью и безопасности участников избирательного процесса. Было принято решение о незамедлительной эвакуации людей и избирательной документации. На место прибыл оперативный наряд межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Предмет находится внутри помещения, правильно? Внутри помещения, на избирательном столике, где голосуют. Столик для голосования. Все хорошо, принято. Полицейские оцепили избирательный участок по периметру. В здание вошел кинолог с собакой. Обнаружено ВВУ. Собака подтвердила. Сотрудники МВД России «Щелковская» провели учения на нашей базе, показали нам, как правильно и четко действовать. В данной ситуации у нас была эта сумка, в которой было заложено якобы взрывное устройство. Учения проходят в предвыборный период. В единый день голосования 11 сентября в городском округе состоятся дополнительные выборы в Совет депутатов. Михаил Налетов, Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, «Щелковское телевидение».